Вітаю вас, шановні радіослухачі. Радіо НВ кажемо те, що знаємо, до вашої уваги, програма фан-сектор. Підходить до завершення сезону в вітчизняному баскетболі. Він далеко був неоднозначним. Були успіхи, були невдачі, як то не вихід збірної України на чемпіонат світу. Тож про найголовніші події, а також про те, що потрібно зробити, щоб наш вітчизняний баскетбол зробив принаймні крок вперед. Ми поговоримо у сьогоднішній програмі. Ну а її гостем. Є зірка українського баскетболу, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації у складі Лос-Анджелес Лейкерс. Слава Медведенко, слава радий бачити в нашій студії. Привітую всіх любителів спорту. Ну і чемпіонат України підходить до свого завершення. От наскільки ви слідкуєте за перипетіями чемпіонату? Наскільки він вам цікавий? Ну, я очень смотрю навіть за нашим баскетболом в курсі всіх собиті. По, скажем так, неожиданным результатам наш чемпионат очень интересен, интересно смотреть его. Конечно, уровень желает быть лучшего, я имею в виду уровень профессиональный э, игроков, как бы тут понятно, ну, наше косвенное подтверждение, это выступление наших клубов в Еврокубках, ну, в принципе, по интересу и накалу страстей, да, наш как бы чемпионат Суперлиги как бы интересен. Запорожье стало впервые переможцем регулярной первичности. Для вас, особисто це стало это стало неисподиванкой? Э, нет, для меня это не стало, скажем так, каким-то сюрпризом. Они в принципе смотрелись интересно по ходу сезона. И я же говорю, настолько усреднились все команды, уровень стал настолько средний, что, в принципе, можно было бы даже сказать, ну, это факт. Прошлый чемпион Украины вылетел в первом раунде, где занял последнее место. То есть любая команда может принести сюрприз. То есть, но качество легионеров у Запорожье було чуть-чуть, і больше, е, більше. мы ми вже знаємо, що проиграли е, Київ Баскету за выход в фінал і будуть играть за третє місце з Дніпром. Ну, так от такі от результати. А от Київ, в чому сила цієї команди? Вона посіла четверте місце в регулярному чемпіонаті, але зуміла вибити лідера. Ну і зараз, от претендує на золото. Ну... No. Я же говорю, настолько э, интерес в самом чемпионате, э, это хорошо, интрига есть, э, непредсказуемость результатов, э, сила, ну все-таки Евгений Мурзин, э, бывший тренер национальной сборной, э, все-таки он, я считаю, за то время, которое он руководил национальной сборной, он очень сделал шаг э, вперед именно в своих профессиональных навыках и это дает свои результаты. Ну, з іншого боку, Хімік Дніпро. Тут всі очікували на боротьбу. Боротьба вийшла до останнього матчу, і в результаті саме хімік вийшов до фіналу. Тобто, в цій парі ну, абсолютно нічого несподіваного не сталося. Е, ну, ні, наоборот, я вважаю, що все-таки фаворитом був Дніпро, і він он повинен проходити, але дуже хорошо себе проявили молоді игроки, е, хіміка, і... Ми маємо те, що ми маємо. Хімік є в фіналі і буде боротися за золото. Слава, от з одного боку, є позитив, як от непередбачуваність, несподіванки. З іншого боку, от в українському чемпіонаті дуже мало яскравих особистостей. Як з цим бути? Іменно з этим от, уровень баскетбола, ем, именно по індивідуальній он очень сильно уступает. Ем, Ну, Це не секрет, лучшие игроки стремятся уехать в Европу и играть именно в Европе. Ну, я об этом постоянно говорю, что если ты хочешь играть, действительно играть на серьезном уровне, то надо ехать и пробовать свои силы в самых сильных чемпионатах. Меня за это, кстати, очень сильно ругают. Ох, что... про это мы поговорим, обовязково. Я говорю, но ну, это есть факт, это неоспоримый факт. И, кстати, и поэтому наша сборная на данный момент показала и показывает лучшие свои не могу сказать результаты но я считаю что наша сборная по таланту самая талантливая сборная наверное за все время которое э, существует э, украинская национальная сборная и в этом кстати очень большое большая заслуга тех игроков которые поехали получили э, опыт э, в сильных чемпионатах Европы и приезжают уже и, и демонстрируют этот как бы зрелый баскетбол в национальной сборной и это очень большой плюс но опять-таки факт есть факт там практически 10 человек из национальной сборной все играют за рубежом только там два или три человека играют в Украине По крайней мере, були в основному в составі. Слава, але що потрібно зробити для того, щоб підняти рівень чемпіонату України, щоб, скажімо, не найкращі наші баскетболісти прагнули виїхати за кордон, а щоб вони прагнули пограти тут? Понимаєте, здесь очень такий комплексний вопрос. нужно е, міняти вообще систему, не только українського баскетболу, нужно міняти систему. Е, украинского спорта должно быть финансировано. Вот у нас просто еще такой момент. Все говорят, вот э, Украине нету денег э, там на спорт. У нас идет война, э, мы не можем себе позволить хороший спорт. Но на самом деле это же не так. На самом деле э, уже вот я контактирую со многими людьми, есть э, много э, людей, которые начали объединяться, уже ведут эту дискуссию, э, что нужно делать, чтобы спорт сделать лучше. Но это на самом деле простые вещи. Надо просто проявить силу воли, принять законы, которые помогают спорту дышать. Например, тот же закон об игорном бизнесе. Уже даже провели статистику, сделали ресерч, как это работает в других странах, сколько это тратится. Но в нашей стране от лотереи спорт получает 1%. В других странах это доходит до 50%. И даже вот э, есть официально э, официальная статистика, сколько букмекеры пропустили денег через э, банки. Это 33 миллиарда гривен. И куда эти деньги пошли? Пошли они в налог или, и, или еще куда-то непонятно. Сами букмекеры стремятся к тому, они хотят, как бы, чтобы был приняли этот закон легализовали это все и отчислять себе спокойно деньги на спорт. И будет и спорту хорошо, будет строиться инфраструктура, будут выделяться какие-то стипендии спортсменам, и можно будет делать реформы в спорте. И уже есть даже такие наработки. Но просто вот нету силы воли, чтобы это принять. А для того, чтобы, например, баскетбол стал лучше, ну для этого надо строить новые залы, воспитывать новых тренеров. И потом, когда у нас вот эта вся совокупность произойдет, а, я забыл еще новых тренировок, еще надо участвовать в международных турнирах, чтобы эти молодые игроки получали международный опыт и становились лучше. И тогда у нас действительно будет подниматься и уровень чемпионата, и сборная будет становиться лучше, у нас будут воспитываться новые тренерские кадры. А сейчас вот, например, я же говорю, я уже этот вопрос поднимаю постоянно, на... я извиняюсь за монолог, да. <laughs> тоже такая, э, постоянно вот все говорят, нам нужны тренера. Я говорю, ну хорошо, да, нам нужны тренера, это бесспорно, я даже с этим не спорю. Но где эти тренера будут э, как бы тренировать? У нас страна, у которой 4 сезона, когда лето короткое, ну скажем так, половину сезона это лето, половину это зима. Мы не можем тренироваться только э, в, на, на площадках летом, потому что нам нужны залы, э, чтобы это было зимой и комфортно, и можно было помыться, и были раздевалки, и в этих же залах можно провести соревнования. Э, и вот становится вопрос, хорошо, мы воспитали тренеров, где они будут набирать? У нас 8 Азибета? команд Суперлиги для всей Украины. Да, вот тоже такой момент. По сути, э, мы он, подали заявку на женский на проведение женского евробаскета, э, но получается такой момент, что только два зала вообще в Украине могут э, провести таки, уровни такого э, ранга э, ну, соревнования такого ранга. И поэтому ну, у нас с инфраструктурой ужасные отношения. То есть я же говорю: и тут даже вопрос не в том, что надо только зацикливаться на строительстве залов. Залы нужны, они, это острая необходимость. Но параллельно надо решать другие вопросы с тренерами, с соревнованиями. Ну, вот, а выходы на самом деле уже есть. Уже даже есть подготовленные законы, которые надо принять и дальше двигаться. Ну Тут ще справа в депутатах, але от повертаючись до національної першості і взагалі до чоловічого, наприклад, баскетболу, от вісім команд, ну на перший погляд, це, здається замало, Але реально, чи е, реально от все-таки розширити суперлігу там до 12 команд, до 16. Смотрите, в даний момент, я вважаю, це взагалі не цілецеобразно, і взагалі е, я б... Бы... сделал бы отдельную лигу, вот именно суперлигу по баскетболу, которая не имела бы никакого отношения к федерации. Она должна, она в принципе должна быть отдельной лигой, развиваться сама, делать отчисления в федерацию на развитие баскетбола, и федерация вообще не должна даже в этом участвовать. Она должна заниматься совершенно другими задачами, популяризировать спорт и национальные сборные, там куча работы. Но у президента федерации вот он хочет вот так вот все под себя подгрести, всем руководить. Ну, получается очень много накладок, и это очень так некрасиво выглядит. Так, ми поступово перейшли до тієї конфліктної ситуації, яку, я впевнений, знають наші слухачі, але все-таки я хотів би нагадати, що досить тривалий час у вас конфлікти з Президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським. Ну і нагадаю, таку коротку передісторію. Якось в одному інтерв'ю ви заявили про те, що молодим талановитим українським баскетболістам потрібно їхати за кордон, США, в Європу, щоб там прогресувати. Ну а Броцький звинуватив вас у тому, що ви займаєтеся агентською діяльністю, будучи членом виконкому Федерації баскетболу України? На якій стадії зараз у вас стосунки з президентом Федерації баскетболу? Е, ну, взагалі, настолько весела ця ситуація сама по себе. Е, з однієї сторони, якби би, нечого особи коментувати, з іншої сторони, е, ну, я понимаю розумію, е, маразматичність цієї всієї ситуації. Меня обвиняют в агентской деятельности, но ну, послушайте, у меня академия есть, она функционирует, я помогаю своим ребятам устраиваться потом, я использую все свои связи, я контактирую и с агентами, и с президентами клубов, и с президентами федерации, и я считаю, что это моя обязанность это делать. Если этого не делает президент федерации, ну так это должен делать я. Он, наверное, президент Федерации просто как-то, может, завидует этому. И ну, потому что, например, у меня складывается, знаете, я когда выезжаю ну, вот, на эти форумы, там, когда там ФИБА проходит, там еще что-то, э, ко мне подходят люди и говорят: а что у вас там за президент Федерации? Почему мы его не видим? Э, почему как бы, он нигде не ездит? Что это такое? Объясните. Я говорю, ну, послушайте, ребят, я понимаю, что я не могу объяснить. Я ему говорю, ну он там спонсирует. Баскетбол там вкладывает какие-то деньги. Так а, меня спрашивают: так он кто он спонсор или президент федерации? Э, то есть, получается, меня обвиняют э, в каких-то вещах, э, в чем, в принципе, должна заниматься федерация, а не я. И я же уже говорил: у меня нету никаких э, э, агентских обязательств и лицензий и все тому подобных вещей. Э, я занимаюсь тем, что я занимаюсь то, что я буду помогать молодым игрокам устраиваться в другие клубы при помощи своих контактов, я это всем говорю. За это я деньги не получаю, так что тут вообще бредовость. А бредовость еще в том, что, в принципе, я же не писал даже никакого заявления о том, чтобы вступить в федерацию, и как бы я уже, в принципе, туда ходил раз в три месяца, у меня там не было никаких интересов, никаких контактов. Я занимался своими делами. И тут мне, а, ну да, я еще хочу сказать, что в начале, когда Бродский избрался, я к нему пришел и говорю: давайте, вот у меня есть там пару идей по федерации, как правильно легализовать агентство, чтобы у нас детей не воровали там дикие агенты и там куда-то увозили, потом их бросали и они там на произвол судьбы оставались. Давайте правильно это все сделаем. Я говорю, вот, заведем сюда пару мировых агентов и агентств, которые бы зашли на наш рынок, это все цивилизованно делали под федерацией, как бы в тесном сотрудничестве с федерацией. И все бы все устраивало. Слава, давайте до цієї темы мы повернемось на початку второй части нашей программы. Зараз на часі реклама та новини. І знову таки повертаємось до програми Фан Сектор, гостем якої є зірка українського баскетболу, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації у складі Лос-Анджелес Лейкерс Слава Медведенко. Отже, Слава, ви зробили свою пропозицію, що потрібно легалізувати, от саме щоб не крали наших дітей, а федерація отримувала певні кошти за їх підготовку і тому подібне. Яку відповідь ви почули? Ну, я услышав, що нам це не треба. Нам это не надо. Причины мне не объяснили. Я еще раз пришел в Федерацию по поводу развития клуба. Опять-таки в, в тесном сотрудничестве с, там, с европейскими командами нашел. Ну, мне тоже сказали, что не надо. Ну, окей, хотите идти своим путем, идите. В принципе, я же говорю, у меня даже такая была уже мысль. Я уже туда вообще даже не ходил. Даже вообще не хотел даже ходить, появляться на эти заседания. Ну, тут мне на почту, на мой email пришло гневное какое-то такое письмо, что я должен, не, не, должен критиковать федерацию, что если я член исполкома, значит, я должен там полностью все поддерживать. Ну, что меня очень сильно разозлило, я это сразу выложил в сеть, потому что, ну, это просто на голову не оденешь, когда тебе еще затыкает, пытается затыкать рот. Мало того, что и... А, еще в письме было так написано, что... Я должен прийти с пропозициями к президенту и вот изложить его. Ну, это меня вообще уже... А, меня еще обвинили в том, что... Я же возглавлял комиссию атлетов. И меня обвинили в том, что я ее даже не собрал. Это было вообще вверх. Просто, я не знаю, вверх какого-то лицемерия. На самом деле я собрал тогда, провел огромную работу, собрал комиссию, собрал ребят, мы уже обсуждали это все, собрал жалобы игроков о невыплатах их зарплат, положил это все дробиковскому на стол, и удачно эти все дела куда-то делись, и потом меня еще и обвинили в этом. Ну, естественно, потом через полгода... Игроки вышли в сеть и сказали, что вот, извините, у нас есть задолженности, как-то помогите. И, ну, такой какой-то <laughs> сюр. Я даже, ну, я же говорю, тут даже не, не могу даже это прокомментировать. Слава, ну и эта история, я знаю, она отрывая. как кто а. сериал? как Санта-Барбара. Там... Миша, я, я хочу тебе, да, вот рассказать вот этот вот сериал, когда вот это вот исключение происходило. Это вообще... А. Я тебе хочу сказать, а я для себя, ну вот я для себя лично принял э, решение, что я должен показать абсурдность, как как себя ведет Федерация, э, что она ведет себя абсурдно вообще к этим вообще положению дел в баскетбола. И я начал э, э, собирать людей, э, начал э, э, с юридической точки зрения к этому подходить, э, сейчас как бы собираются все документы. Оказывается, у федерации нет ни одного доказательства э, моих каких-то противоправных действий или нарушения устава, кроме там каких-то моих интервью, опять-таки, э, где я высказывал свою точку зрения. Я считаю, что я имею на это право, я буду это всегда делать. А у них ничего нет. А, но когда вот это было голосование, исключение, я пришел с женой и пришел со своим юристом. Юриста не пускали, жену не пускали. Стоял человек, это все происходило во дворце спорта. Ну, я, я бачу в те кадры. Куча охраны какой-то стоит. Мне показывали даже там, я говорю, покажите документы. Я говорю, вот я показываю вам, покажите мне свои документы охранникам. Мне показали какую-то силу, так вот, Показали, я там только увидел СБУ, я говорю, покажите, дайте я сфотографирую, ну, хотя бы, чтобы понять, с кем я имею вообще, с кем Справа. я общаюсь. Э, мне что-то показали, потом, э, ну, в конце концов, я вызвал полицию, э, когда уже стало понятно, что полиция едет, а на секундочку, федерация, это громадская организация, куда должен вообще быть свободный доступ. Когда мы шли по коридорам, стояли люди с теннисными ракетками, где стояли стволы. Это надо было, я же говорю, это надо было так обделаться, чтобы там, ну, человек 10 охраны было. Это они что, предполагали, что я приду и буду захватывать, дарить эту федерацию? Ну, я же говорю, бредовость этих всех событий, ну, еще раз, вот моя задача была показать. Хто взагалі реально возглавляє федерацію? Слава, якщо абстрагуватися, от на ваш погляд, федерацію має очолювати спортсмен, який був гравцем, тобто знає цей вид спорту зсередини, має вершини, чи функціонер? Чи, можливо, має бути поєднання от функціонер, спортсмен? Ну, сморіте. Я вважаю, що все-таки представлять должен спортсмен по одній простій причині. Президент Федерации должен участвовать во всех конференциях, собраниях ФИБА. Он должен туда ездить. И посмотрите, какая получается тенденция. Практически все федерации возглавляют баскетболисты. И везде, где в федерациях возглавляли какие-то ну, баскетбола, по крайней мере, я знаю парочку таких моментов, даже в той же России, в Литве, когда были, постоянно были какие-то скандалы. Потому что люди пытаются функционеры принести там или бизнесмены они пытаются они не, не понимают до конца этой игры не понимают логику и механизм как это все работает. они пытаются принести свой опыт из бизнеса, где они там в бизнесе меняли там что-то там быстро там добивались какого-то успеха и все тому подобное. в спорте это не работает. Поэтому специально в спорте есть спорт-менеджмент специально люди на это учатся, все тому подобное. Да, еще, кстати, тоже такой вопрос. А если вот наш президент Федерации сейчас очень сильно борется, чтобы у всех трен... все тренера были лицензированы? А такой вопрос. А вообще, у нашего президента федерации есть противное образование? Он вообще понимает, что такое баскетбол? Там, я, наверное, понимаю, что он трехочковый от двух отличает, но тонкости этой игры я уверен, что он не понимает. Поэтому я, мое мнение такое. Должен быть человек, который был из этого круга. Да, у него в помощниках могут быть действительно бизнесовые люди, которые заточены под зарабатывание денег, под там, проекты и все тому подобное. Но презентовать и быть лицом должен быть человек, который, в принципе, узнаваемый, как минимум, в стране. Ну, от ви знаєте, в Росії зірка Національної баскетбольної асоціації Андрій Кириленко очолює Національну Федерацію. Ну, а от якщо бути відвертим, от ви б хотіли очолити Федерацію баскетболу України, і якщо так, то що б змінили в першу чергу? Смотрите. Мені очень багато задають этот питання. У мене нету таких знаєте, болезненних амбіцій, що це не стало стати президентом федерації і тут все поміняти. как это все быть. Я очень прекрасно понимаю, я очень много э, отдал времени учебе именно по спортменеджменту и как это все развивается, участвовал в специальных курсах, э, общался с многими, ну и до сих пор общаюсь с многими специалистами именно из спорта и спортменеджмента. Э, и я понимаю, что один человек ничего не сделает. У этого человека должна быть какая-то команда, должны быть люди, которые работают в одной упряжке. Если будет такой запрос у общества, я, в принципе, наверное, буду рассматривать это. Но чтобы так вот была у меня какая-то цель, что вот я вот что бы то ни стало, должен быть там президентом федерации, ну это как-то дико. От, на ваш погляд, яка головна проблема українського баскетболу? Ем, Опять-таки, я б баскетбол в даному випадку не відділяв спорту? От, 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 да. Тут комплексні, виходить, головна, проблема це інфраструктура. У нас не інфраструктури. У нас негде заниматься этим баскетболом. Я же говорю, баскетбол и вообще спорт в целом сейчас конкурируют с гаджетами, смартфонами и киберспортом. И никто уже детей, вы не заманите туда, в эти холодные залы. Они не хотят туда ходить. Ну, камон, мы уже живем в 21 веке. Давайте как-то уже эту проблему будем решать, а не будем искать какие-то отмазки. От ви знаєте, я знаю, якщо ще подивитися ну, глибше, от в Україні вже кілька років функціонує та ж таки студентська ліга, але от наскільки цей формат е, вдало реалізований, якщо порівнювати з Америкою, от я дивився. Матчі американської студентської ліги, де фінали збирають просто шалену аудиторію, плюс ще телетрансляції і тому подібне. У нас цього чомусь немає, чи популяризації не вистачає, чи якихось інших чинників. Ні, опять-таки, ми ходимо вокруг до да около одного і того ж. У нас в такої манері, як ну, в такої віде, як це существує в Америці, в принципі, нереально повторити. Эти все вещи, потому что тут вопрос э, крутится вокруг того. Э, университеты. Университеты, университет, э, почему в Америке это работает? В университетах есть спортивные программы, именно там баскетбольные, бейсбольные, американский футбол, на которые выделяются огромные деньги, выделяются из фондов есть частные фонды, есть государственные фонды. Обычно это идет кооперация там в больше или меньше где-то помогает государство, где-то помогают частные фонды. И за счет того, что там есть существуют вот эти программы, талантливые именно баскетболисты э, по, участвуют в этих программах, получают стипендии. Э, сама лига, там, ну, там сейчас цифры называются, NCA зарабатывает там миллиарды и больше за сезон. Они распределяют это между университетами университеты за счет этого содержат вот эти спортивные программы. В нашем варианте это нереально. И я бы поэтому не зацикливался бы на нашей университетской лиге, а наоборот нашел бы вот эти вот университеты, которые действительно хотят работать в этом направлении. Опять-таки им как-то помогал, делал, может быть, какие-то преференции чтобы они участвовали там в первой, высшей лиге, и таким образом бы это стимулировало. Слава, вот у вас есть детская баскетбольная академия на левом берегу. вот по ее закінченні, где продолжают карьеру от ее выхованцы? Это очень болезненный вопрос. Очень многие из моих как бы, воспитанников, которые, ну, не мои воспитанники, их воспитывали тренера, а скажем так, люди, которые закончили, э, ну, громко сказано, академию, э, они остались, и кто, кто пошел там на другие какие-то работы, кто там еще что-то, э, некоторые из них начали, уехали в Китай тренерами, э, некоторые сейчас еще до сих пор играют профессионально э, в других странах, некоторые играют в Суперлиге. Но сам вопрос в другом. Вопрос тех, кто прошел через эту академию и закончил ее. Самое главное, что они стали хорошими, нормальными людьми. Они не стали наркоманами и алкоголиками. И вот сейчас, вот когда я с ними вот встречаюсь, вот первым моим выпускникам где-то уже 22-24 года, где-то так, они говорят, что вот если бы не спорт, то я бы не знаю, где я был. То есть даже вот спорт дает не то, что ты будешь обязательно вырастешь профессиональным баскетболистом. Спорт тебе дает правильность, тебе дает дисциплину, которую ты потом используешь. Прежде всего ты можешь вырасти гражданина, мотивированного человека, который будет строить эту страну. Ну що, шановні радіослухачі, до нашої розмови з дворазовим чемпіоном національної баскетбольної асоціації у складі Лос-Анджелес Лейкерс Славою Медведенком Ми знову ж таки повернемося за кілька хвилин після новин та реклами. І знову програма Фан Сектор, гостем якої є дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації у складі Лос-Анджелес Лейкер, Слава Медведенко. Слава, ну і ще хотілося б кілька слів почути про академію. От з чого починається навчання дітей? Ви берете всіх дітей, які приходять, чи відбираєте за зростом, скажімо, за якимось іншими даними? Ну, звісно. Мы пытаемся вести селекцию, естественно, отбираются более такие более предрасположенные дети именно к баскетболу, но на начальном этапе как бы берем как бы всех всех желающих. А потом уже уже да, такие видбиры. Потом, потом да идет селекция, но опять-таки сейчас кстати, с селекцией стало намного тяжелее, несмотря на это все. Как бы действительно, детей, предрасположенных к баскетболу, становится меньше. Это связано с тем, что у нас к физкультуре и спорту относятся так похабно. И иногда даже тренерам приходится учить не баскетболу, а просто детей учить бегать. Некоторые дети не умеют бегать там спиной или передвигаться приставным шагом. И это большая проблема. И так что, ну что я могу тут сказать? Ну, надо делать такая вот есть ситуация, пытаемся на это влиять. Опять таки, зала не хватает. Обычные проблемы украинского спорта у всех наверное. Слава, от ні для кого не секрет, що професійний спорт це перш за все бізнес. Самоокупний баскетбольний клуб в Україні це реально чи навряд чи? В даних умовах – ні. Скільки років ще має пройти, щоб у нас. E, бути, щоб спорт заробляв, чи клуб в даній частності, повинні бути створені якісь умови, повинні бути підпосилки к цього, з чого спорт заробляє зараз в даний момент. они зарабатывают, вот если мы берем баскетбол, то клуб должен участвовать или в Лиге Чемпионов, или в Евролиге. Это должен быть такой уровень. Чтобы там участвовать, опять-таки, это должна у клуба быть спортивная инфраструктура, в частности, какая-то арена, где они могут быть играть, потому что в Евролиге есть стандарты, и в Лиге Чемпионов тоже есть стандарты, когда зал меньше там численности зрителей, какой-то трех тысяч, кажется, не может э, участвовать клуб в соревнованиях. Э, и вот, пожалуйста, чтобы примерно выйти на такой уровень, это надо опять-таки вложиться в тренеров, надо вложиться в игроков, надо вложиться в инфраструктуру, э, чтобы туда просто выйти. На начальном э, уровне это хотя бы команда это минимальный бюджет, вообще самый минимальный. Это если у тебя... Есть свои какие-то молодые игроки, которые зарабатывают мало денег по контракту. Это должен быть хотя бы 2 миллиона в год за, за сезон. Это такой минимум. Ну, и я думаю, что как минимум лет 5. Пять. Лет пять, чтобы создать команду, которая была бы боеспособным коллективом на уровне Лиги Чемпионов Евролиги. Ну, хотя Евролиги это ну, громко сказано: там надо намного больше вложений. Но тем не менее. И если команда, когда команда уже выходит на тот уровень и участвует в таких соревнованиях, она э, может зарабатывать, во-первых, на билетах, на телетрансляциях, уже можно подтягивать э, спонсоров, для спонсоров это становится интересно, уже можно подтягивать глобальных спонсоров, э, потому что когда команда играет в Европе, ее все видят, за ней все наблюдают, и для спонсоров это интересно. Вот когда будут соблюдены все эти факторы, тогда вот клуб будет действительно зарабатывать. Можно пойти еще другим путем. Вот, э, путем э, в баскетболе, как пошли сербы. Они выращивают, у них есть э, своя хорошая школа. Они выращивают детей, э, потом э, продают их в NBA. Ну как, заключают контракты, получают за это компенсацию и там хорошие клубы Европы и за счет этого живут. Но опять-таки это все надо рассматривать э, в комплексе и если действительно клуб хочет добиться таких результатов, это надо выстраивать целую стратегию там не на год, на два, а на пять лет и больше. Ну так, про що тут говорити, якщо до нас навіть скаути відмовляються їхати, переглядати да. глядачів, і того ж таки, Ісуфа Суфа Санона а, почали переглядати тільки після того, як він опинився в Олімпії. Я вам більше хочу сказати. От, навіть є такий грок, і навіть подимався цей питання, Не хочу називати його просто фамілією, у нас грає в українському клубі. сидить. на лавочке, потому что тренер, грубо говоря, не видит его, как он может помочь команде. Он поехал в, на дружеский турнир сейчас, вот буквально сколько там, три месяца назад. Получил там лучшего центрового. И все вдруг увидели, что он может играть. И все говорят, откуда вы его нашли, где он и что он. Ну, я говорю, ну, Нашли, вот у нас є люди такі, у нас страна багата талантами. Але, говорить, так ми його хотімо забрати. Ну, так у клубу другие взгляды на нього. Тобто, ну, з этим треба боротися, в этом направлении треба работать. Але то, що у нас багата страна на таланти, це факт. Що скажете про українців, які виступають за океаном, от про їхні перспективи Михайлюка, Леня. А, ну, про Леня, Лень себе знав. Это, как бы его главная заслуга. Он все-таки переехал. И это было гениальное решение переехать в Атланту. Получил там игровое время и действительно себя проявил. Ну, у него все хорошо, я бы сказал. У него как раз наступил тот период, когда он уже зацепился в NBA, он получил опыт, он начал понимать как это работает сама лига, как вообще можно играть и как можно себя реализировать, но реализовать. И у него наступил, наступает сейчас такой период, когда он может тащиться от баскетбола и просто играть, и получать от этого удовольствие. Так что я ему пожелаю иметь фан, как говорят американцы, и наслаждаться тем вот временем, который у него есть. По Михалюку все намного-намного сложнее на самом деле у него незавидная ситуация. Ему надо будет очень сильно поработать этим летом, чтобы просто хотя бы зацепиться за NBA. Это, я, конечно, понимаю, что он парень амбициозный и хочет играть, и хочет играть сразу, но в NBA так не работает. Новички так, так не делают ну, вернее, им э, очень редко, когда они сразу со старта получают кредит доверия и играют. Э, мой бы совет ему просто зацепиться за NBA. Э, амбиции, конечно, это хорошо, но надо их чуть-чуть потушить, э, играть какое-то лимитированное время, э, хотя бы получить следующий контракт, и уже когда он там по истечению двух-трех сезонов, получит какой-то опыт, я думаю, у него будет все в порядке, и он сможет там остаться в этой лиге. Но сейчас его главная как бы такая задача зацепиться за НБА, как чтобы остаться в команде, получить какое-то время, попасть в ротацию. И на этом надо сконцентрировать свое внимание на этом всем. И самое главное для него не впадать ни в какую депрессию, верить в себя. Тому що він действительно талантливий парень, ну і при хороших стиченнях обстоятельств у нього все получиться. Слава, вже не один рік йдуть розмови про створення Європейського дивізіону національної баскетбольної асоціації. От на ваш погляд, це лише розмови, чи все-таки цю ідею реалізують? Опять-таки, це зв'язано з інфраструктурою, і з логістикою. NBA очень сильно хочет поехать и иметь пару команд, по крайней мере, насколько я знаю, это Лондон, Париж и рассматривают или Барселону или Реал. Но вот Лондон, Париж это как бы такие уже утвержденные как бы города. Насколько, на самом деле, очень много организационных вопросов в этом плане и если бы это была бы Лондон и Париж, это были бы Америка, то это было бы намного проще все сделать. К сожалению, ну, и к радости, это все-таки Англия и Франция. И там свои законодательства есть. И вот это вот, вот эти все мелочи останавливают вот эту экспансию NBA в Европу. Хотя это было бы очень классная идея сама по себе очень классная. Потому что до Америки посмотреть игры NBA очень далеко лететь. А тут, даже если в Париже были бы какие-то игры, сейчас можно было бы купить билет и просто слетать на игру, посмотреть игру и вернуться назад. Уникальная вообще такая идея, и очень классная. Ну, я же говорю, очень тяжело осуществимая. Майже кожного року команди Національної баскетбольної асоціації проводять матчі регулярного чемпіонату за межами Сполучених Штатів Америки. От чи реально було б провести один із таких поєдинків в Україні? І можливо, це дало б певний поштовх для розвитку баскетболу? Можливо, по-іншому б державні чиновники подивилися на цей вид спорту? А, ну, ідея сама по собі, опять таки, хороша, але трудна существі має того, що у нас нігді їх про. проводить эти игры. Mm. опять таки мы упираемся в инфраструктуру. А вот э, возвращаемся к нашим тезисам, что без инфраструктуры дальнейший рост, э, в частности, баскетбольной индустрии невозможен, потому что ни одна команда в NBA не приедет в наш дворец спорта и не будет здесь проводить какую-то игру. Чому? це Это буде как экскурс в 70-е годы прошлого столетия? 60-е. Дворец <свят> спорта построен там в 64-м или 66-м. <свят> Слава, от ми говоримо про інфраструктуру, говоримо про зали. От, ви знаєте, я знаю, як спортсмени раділи, що от Віталій Кличко став мером міста Києва. От тут-то в нас з'являться нові стадіони, нові майданчики. Говорили про універсальний палац спорту, де для ігрових видів спорту що він має обов'язково з'явитися. Але от дивіться, проходять роки, йдуть розмови, і вони залишаються лише розмовами. Так, да, к сожалению, это просто разговоры. наше что самое интересное, мы, группа наших активистов и юристов, и спортсменов, уже мы это обсуждали, мы делали круглые столы. Я сам приходил к Виталию, рассказывал эту концепцию, но, к сожалению, к сожалению, ну, у города, наверное, другие, как бы, интересы. Ну, наверное, надо дороги строить, там еще что-то. Хотя я я уверен в этом, что городу нужна спортивная инфраструктура. Без спортивной инфраструктуры город не сможет развиваться дальше, потому что э, нам надо сместить просто акценты с политики на спорт. Что спорт это действительно объединяет э, нашу нацию. Он делает посмотрите какая, сейчас какая агрессия в обществе ну да, даже вот у меня вот переписка была в фейсбуке что вот нам типа спорт не нужен у нас идет война и все тому подобное ну хорошо да но спорт у нас не нужен война когда-то закончится но посмотрите еще на другой момент а приходят все эти солдаты назад возвращаются у них депрессия их, им надо помочь вернуться в жизнь. Но если не спорт, так что же поможет еще? Это реабилитация. Спорт — это реабилитация. Это возвращение людей э, к нормальной жизни. И поэтому спорт, он объединяет. Без спорта мы никуда не денемся. Вообще нашей нации надо здоровые люди, которые в конце концов могут пойти и держать оружие в руках. Мені тільки залишається підписатися під цими словами нашого гостя, і хочеться побажати, щоб їх державотворці все-таки почули і почали думати по-іншому. На жаль, час нашої програми наблизився до завершення. Я дякую вам за її участь. Ну і нагадаю нашим слухачам, що гостем програми Фан Сектор був дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації у складі Лос-Анджелес Лейкер Слава Медведенко.